Без юридической подкованности, как известно, сегодня никуда. Знание своих прав и обязанностей – хорошее подспорье в любой ситуации. А если разобраться в законе является чем-то из ряда фантастики, на помощь приходят нотариусы, которые проводят бесплатное консультирование. Очередное было посвящено Дню знаний. Граждане получают информацию из средств массовой информации при проводимых акциях. Достаточно активны, конечно, граждане более пожилого возраста. Они готовятся, приходят даже со списком вопросов подготовленных. С какими вопросами приходят? Конечно, граждане более взрослого возраста, они приходят с вопросами оформления наследства, вопросы оформления завещаний, вопросами дарения недвижимости близким родственникам. Молодое поколение приходит, конечно, с другими вопросами. Это оформление доверенности, оформление брачных договоров, соглашение об алиментах, соглашение о детях. Спектр вопросов, волнующих брещан, широк и разнообразен, и на каждый запрос нотариус старается дать полный и компетентный ответ. Убеждена в этом и брещанка Наталья Кулай. Женщина уже не первый раз приходит на такие мероприятия и отмечает, что подход специалиста всегда грамотный, объяснение понятное. Я достаточно часто обращаюсь, потому что сейчас мне надо было нотариально переоформить имущество, наследство после смерти дедушки, папы, так получилось. Вот, и в эту нотариальную контору я хожу достаточно часто, потому что это очень радушный коллектив, и с удовольствием всегда и консультируют, и очень квалифицированная помощь. Ну и отзывчивые очень девочки, никогда очереди большой не бывает. И недалеко находятся в центре города. Удобно, доступно и бесплатно – те составляющие, которые сохраняют в себе благотворительные консультации нотариусов. Обратиться с волнующими вопросами к специалистам и бесплатно получить дельный совет еще будет возможно. Следующая акция пройдет 1 октября и будет приурочена ко Дню пожилых людей.